Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі телеканал «Гага ТБ» і наше нове шоу «Хто хоче стати диктатором». І сьогодні з нами грають люди, з якими я задоволенням. Не провів би хвилини свого часу, але, на жаль, доведеться. А саме, Володимир Путін. Диктатор, який все може однією лівою, ну тому що права рука вже не рухається. І Олександр Лукашенко. До речі, єдиний у світі колгоспник, в якого є слуги. Добрий вечір. Добрий день. Горіть в пеклі. Спасибо. Що ж, почнемо? Так. Тож, увага, перше питання. Чи нападе Білорусь на Україну? Варіант А. Нєт. Нєт. Варіант Б. Да. Нєт. І варіант С. Возможно. Возможно, но нет. Давайте лучше я. Мне кажется, правильным будет ответ Б. Да. Конечно, Б. Да. Будет Б. Да, если мы нападем. А вот чтобы не было Б. Да, и наш ответ А. Нет. Давайте следующий вопрос. Давайте. До речи, хотел запитати, а какие игры вам взагалі подобаются? Мені? Так. Я люблю, знаєте, подвіжні ігри. Подвіжні? Да, ну, щоб можна було щось подвігати. Шахмати, шашки там. Ясно, ясно. Вообще, наша любима ігра з Владимиром Владимировичем, ми все время з ним граємо, це називається «Морской мальчик». «Морской мальчик»? Ну, я просто не хочу вот эти американские словечки употреблять, так-то она называется «Морской бой». А по-нашому – морський мальчик. Да. Зрозуміло, зрозуміло. Да. Ну що ж, продовжимо. Наступні питання у вас будуть в картинках. Так. Тому увага на екран. Ваше перше завдання. Это що, ребус какой-то или що? Владимирович? Ну, конечно. Вот смотрите, это к нам Хусейн. Да. Да, его повесь. Ага. Это Гитлер. Отравился ядом. Это Чаушеску. Да, понятно, отравился автоматом, это ясно. Нелепая смерть, конечно, это... Его расстреляли. После того, как он отравился? Вообще, изверги какие-то, ладно. Такой строй. Ну, хорошо, ладно. Почему напротив вас тогда стоит знак вопроса? Они что, намекают, что вас убьют каким-то тупым вопросом или что? Нет. Скорее всего, спрашивают, какой смертью я умру. Ну давайте рассуждать. Вы личность неординарная, поэтому да. И смерть должна быть нестандартной. Может, на вас слон наступит? Навряд. Хорошо. Тогда, может быть, вы вот это будете проводить свою видеоконференцию, вот этот большой экран со всеми министрами на вас как жахнет, и вы сдохнете к чертовой матери, нет? Интересная версия, но это какой-то бред. Ладно. Тогда, может быть, вам в лимузин забудут положить туфли на высоком каблуке. Вам будет стыдно выходить, и вы заживо сваритесь в этой черной машине, как забытая собака. Чушь. Не забудут положить. Нет. Тогда, может быть, вы будете кушать и подавить? Чем? Украиною, например. Очень смешно. Давайте дальше. Тогда, может быть, вот это, знаете, вам текст, вот этот телетекст, когда вы будете читать обращение, вам напишут просто очень-очень маленьким шрифтом. Вы вот так будете шуриться, 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 вот так вот просто сплюснетесь и исчезнете к чертовой матери. Мы уже продолжим, а? Да. Продолжим, давай. Конечно. Значит, тогда, может быть, знаете, как будет? Вы подойдете к зеркалу, скажете, ой, а что ж я за человек-то такой, а? И действительно забудете, что вы за человек, сойдете с ума и сдохнете, нет? Ну нет, конечно. От этого я не умру, точно. Ладно. Ну, тогда самый возможный и надежный вариант, это когда уборщица в бункере будет мыть полы, вы будете заходить в бункер и застрелитесь. А можна продовжити, тому що ну, це бред. Бред, це чушь, Олександр Григорьович. Наскільки я розумію, відповідь на це питання ми дізнаємось трішечки пізніше. Сподіваюсь, дуже скоро. Отже, у нас наступне питання. Да. Увага на екран. Да. Яка з цих картинок зайва? Ну, мені кажется, це слишком просто. Здесь все говно.
А на первой картинке каперс. Да, я, кстати, ими завтракал сегодня. Очень вкусно, ну, кстати. Да, сегодня на завтрак такие кушать. Ну, нехай буде по-вашому. Що ж, продовжимо. Наступне питання. Зараз на екрані з'явиться набір літер, з якого вам потрібно скласти слово. Ну, давай. Увага на екран. Да. А зараз питання. Як за часів кріпосного права називали раболепствуючу людину, що вислужується перед високими чинами? Владимир Владимирович, а що, це є хтось вище вас, перед ким вам треба прислужуватися, або що? А, Григорьович, а чим зараз? О загаданном слові. Да хорошо, це слово халуй. А, халуй! А ви о чим подумали? А вас подумали. Давайте... Следующий вопрос, добре, давайте. Добре. Наступний набір літер. Да. І вам знову треба скласти слово. Отже, питання. Гнойне запалення невеликих розмірів. А Путін! Та ні, він може опинитись у вас на язику. Ви про це прям знаєте. Я ж говорю, Путін! Та ні! Що ще може виявитись у вас на язику? Що ти, що крім Путіна? Тіпун вам на язик. Правильно, тіпун. О, ну що ж, раунд закінчено. А я хочу нагадати, що це шоу «Хто хоче стати диктатором» на телеканалі «Гага ТБ». І з нами грають диктатори, які вигадали новий вид спорту – хокей у піддавки. Це Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Якщо що, я все це кажу з маленької літери. І ще раз добрий вечір. Добрий день. Йдіть під три чорти. Спасибо. Так, і вас так. Ну що ж, перш ніж задати наступне питання, я хотів би показати вам варіанти відповідей на нього. Отже, так. Увага на екран. Так. Варіанти відповідей. Репресії, запрет свободи слова, силовое подавление протестов. Это вы сейчас назвали все мои хобби, прям вот прям в точку. Вы спочатку выслухайте запитання. Да. Яка з цих ознак диктатури в вашій країні проявляється яскравіше? О, тогда репресії, конечно. Mm-hmm. Хотя нет. Наверное, все-таки запрет свободы слова. Mm-hmm. Не, наверное, все-таки силовое подавление протестов. Так. Я затрудняюсь ответить, извините, пожалуйста, все такое вкусненькое, я не могу. Гаразд. Давайте я попробую. Так, Володимир, якщо ви знаєте правильну відповідь, тисніть рукою на кнопку. Конечно, легко. Григорьевич, можете... Конечно, могу, смотрите. И этой рукой могу, смотрите. Я еще двумя ногами вот так могу. Краще давайте перейдемо до наступного раунду. Да, давайте. У вас мало часу. Да, мне врачи мои также говорят, Владимир Владимирович, у вас осталось мало времени. Я маму на увазі, що скоро настане кінець. Хватит говорить, как мои врачи. Давайте продолжим. Наступне питання. Зверніть увагу на ці дві фотографії. Так, Владимир Владимирович, а хто от ці двоє на чорно-білій фотографії, та хто? Ну, як же, Адольф і Беніто. А, Адольф і Беніто, понятно. А от этот рядом з усиками, от этот хто? Тож, увага. Знайдіть хоча б одну відмінність між цими фото. Я вам зараз тисячу различий знайду. От смотрите, у них усатий високий, а лисий маленький. А у нас усатий високий, а лисий неудачний. Пример, давайте лучше ви, да. Так, давайте лучше я. Угу. Ну, здесь все понятно. На первой фотографии лидер Германии и лидер Италии. А на второй лидер России и Беларуси. Угу. Ну так и я ж рядом стою. Почему вы об этом умолчали, Владимир Владимирович? Так, відповідайте. Давайте, ладно, дальше рассуждаем. Да, посмотрите, давай. Вот видите, сзади нас вот это две коричневые кучки. Что это такое? Но, скорее всего, это подставки для флагов. Что-то я не понимаю, кто, кроме двух коричневых кучек наши флаги ставить больше никуда нельзя или что? Так, все, досить, досить. Давайте, ну, дальше.
А зараз у нас останній раунд. Бліц. Так, хорошо. Відповідати треба швидко, не замислюючись. Починаємо. Так. Продовжіть фразу. Іосиф Сталін насів... Долавав. Невірно. Закінчить приказку. Старий конь... А у мене в Міністерстві іноземних справ служить. Згоден. В якій країні правив Муаммар Каддафі? Що ви мені киваєте? Откуда я знаю, що за територію Білорусі виїжджав коли-то чи що? Наступне питання. Що таке демократія? Я знаю відповідь на цей вопрос. Можна я відповідаю? Так, звісно, відповідайте. Я не вас спрашиваю, помолчите. Владимир Владимирович, можна я відповідаю? Конечно, пожалуйста. Повторите вопрос, пожалуйста. Демократія – це... Возможность народа вибрати себе диктатора. Я не очікував від вас іншої відповіді. Так, йдемо далі. Солдат ребенка не... Навидит. Александр Григорьевич, вы уверены? Я военный человек, у меня трое детей, поверьте мне на слово, пожалуйста. Хорошо. Далі. Кожен диктатор має зробити три речі. Посадити опозицію, розігнати мітинги і... Поесть чипсов? Не зрозумів. Я просто обычно после этих двух вещей ем чипсы. Ясно. Наступне. Хто скасував на Росії кріпосне право? Дурак. Понятно. Точно, дурак какой. Далі. Білоруська армія самая... Мирная. Чому? Потому что использовалась исключительно против мирного населения. Вірно. А російська армія – це... Вторая армія мира. Невірно. 200-та. Наступне питання. Що спільного між Ніколаєм Басковим та російським ПВО? Оба дырявые. І на останнє. Продовжіть рядок пісні. Мама – анархія, папа – стакан. Один раз мені об голову розбив. Ну, він після цього як би з нами не жив. Ну, він і до цього як би з нами не жив. Він просто один раз прийшов, стакан мені об голову херак. А я как бы увидел, что, ну, я стою, как бы он мне по плечу такой, о, молодец, не упал, разберешься, крепкий, и исчез. Взагалі-то правильна відповідь – стакан портвейна. Ну, так а он под чем все эти дела творил, как вы думаете? Відповідь прийнята. Так, спасибо. Що ж, це був останній раунд на сьогодні. Да. Спасибо большое. Владимир Владимирович, видите, как мы с вами какой дуэт получаемся, да. Хороший? Прям как кабаре-дуэт-академия. Вы маленький талантливый солист, а я старая высокая шалава, видите? Один раз. Ну що ж, на цьому наша вікторина добігла кінця, на щастя. Що ж, а нам все ж таки треба визначитись, хто з них є головним диктатором. Тому зараз ми покличемо Рамзана Кадирова. До кого він перший побіжить, той і є головний диктатор. Не треба нікого звати. Побачимось з вами наступної неділі, а з ними, сподіваюсь, ні. На все добре. Ну, наконец-то! Если бы ты знал, как я тебя долго ждал. Дедушка, я тоже по тебе соскучился. А где пицца? Пицца где? Две недели я жду пиццу, нет. Пицца. Пицца где? Где? Пицца. А? Ух ты! Вовка! Внук приехал! Радость-то какая! Вот бабушка обрадуется-то! 7 лет тебя не было? 7 лет не было. 7 лет. Пойдем. Покажу, какое теперь у нас бабушка хозяйство. Видишь, там кролики. Мы их для тушеночки выращиваем. Вкуснятинка. А он гуси для паштетика. Вот. А он еноты. Вы что, енотов едите или что? Да ты что? Нет, конечно, они же просто прикольные, еноты. Пойдем покажу, как все изменилось у меня. Смотри, видишь, сад, яблочки, белый налив, Антоновка, вот вишня, вот черешня. Видишь, как? А, клубничка в этом году есть какая?
Ой, черная смородина. Видел? Укроп. Ничего себе! Что? Ты, что, грушу мою увидел, да? Да какая груша? У тебя же целое поле... Крапивы! Да какой крапива? Это же конопля, ди. Скажешь тоже. Крапива обыкновенная, доминиканская. Бабка семена выписала, засеяли, зашла. Ты туда не ходи, обжечься можно. Все, хватит на крапиву таращиться. Слушай, какая-то странная у тебя крапива, дед. Да, всякое бывает. Странная, веселая, злая была. Такая, что сразу зависаешь. Дед. 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 А! Фу ты, кто здесь? Вовка, внук, приехал. Радость-то какая. Бабушка увидит, обрадуется. Кстати, а где бабушка? Крапиву пошла продавать. На рынок, что ли? Зачем? На новую пошту. Подожди, зачем на новую почту? Какая разница? Ты садись. Садись, внучок. Садись. Ты лучше попробуй, какие в этом году помидоры вкусные. Кушай, кушай помидорчик, кушай. Натурпродукт. Никакой химии. Не то, что у вас в городе. А какой у нас в деревне воздух чистый. Вот вдохни. Оп. Придержи немножко. Не выпускай сразу. Можно. Да, хорошо у вас здесь, дед. Да, природа она такая. Слышишь, вот? Дятел. Дерево долбит. А он зазуля. Зузу, зузу, зузу. А вот соловей. Шумецко. Шумецко. Ты что не подпеваешь соловью? Ты что песню-то не знаешь? Ладно, ничего. Выучишь, он ее часто поет. А вот смотри, 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 смотри. Бомбик! Ой, ты думаю, это ману, малыш. Ну что, ну хватит, хватит. Что ты меня облизываешь? Ну прям всю морду заслюнявил. Вовка, узнаешь? Смотри, узнаешь Бобика? Видал, как вымахал? Ладно, Бобик, беги. Дед, с тобой все нормально? Да. Чего у тебя глаза красные? А? Это я долго на помидоры смотрел. О, пойдем, хвастаться буду. Смотри, видишь вон, сарай какой. Белый? Белый, да. Знаешь, что это? Что? Коровник. Ага. А рядом вот, видишь, маленький белый спичечный коробок. Это что? Тоже коровник. Коровник? Да, для божьих коровок. А вот, смотри, лес. Какой. Вот, речка, видишь, сколько воды. А я все время думаю, куда слюна изо рта девается? Она вот где. Вот. А солнце какое сегодня странное, да? Всего три лучика, как из детского рисунка. А красиво. Слушай, дед, может, ты на солнце перегрелся или работаешь много? Работы в деревне очень много. Да. То корове воды принеси, то сам попей. То свиньям воды принеси, то сам попей. То курам воды принеси, то сам попей. Вообще присесть некогда. Угу. Твои гуси гогочут, да? Это соседи. Просто ветер сегодня в их сторону. Кстати, по поводу соседей. Дед Макар там же живет? Нет, дед Макар теперь в земле. Это я локтем указываю. Ладно, давай, садись. Ты знаешь, бабушка к твоему приезду сколько всяких вкусностей приготовила? Вот, пирожки с крапивой. Съешь один, второй хочется. Съешь второй... Третий хочется. Съешь третий? Четвертый хочется. Нет, хочется быть чем-то большим. Чем эта маленькая частичка огромной вселенной. Ты кушай, кушай пирожки. Это очень вкусно. Ты уже закончил университет? Закончил. Кем работаешь? В полиции.
Пьяных водителей ловишь? Нет, в отделе наркоконтроля. Наркотики на качество контролируем? Нет, ловим наркоторговцев. Интересно. Да. А главное, тяжело поймать, знаешь. Это понятно. Они же закладки по всему городу разложат, и ищи их потом. Интересно. Ты надолго к нам? Да не знаю, я у вас на задании. Ага. Сказали, в вашем районе появился крупный наркоторговец. Ё-моё! Что говорят? Говорят, что промышляет большими партиями. Говорят, большими? Или очень большими? Или говорят, большими качественными? Или говорят, большими, но хотелось бы, чтобы еще больше? Не слыхал? Не слыхал. Но знаю, что когда мы его поймаем, ты, дед, сядешь на 10 лет. Спасибо, что предупредил. Мне же поле полить надо. Где моя канистра с бензином? А, я ее ж Ваське отдал, да. Какому Ваське, дед? С той стороны речки. Какой речки? Ты не речки? Знаешь, где мои весла, нет? Не знаю. Ладно, я так поплыву. Где, дед? А, хрен вы меня поймаете. Доброе утро. Сомневаюсь. Вы на экзамен? Я на экзамен. Я на экзамен. Тезка. Очень приятно. Только нам, получается, сейчас надо определиться, кто из нас инструктор. Ты... Илья. Ну, я точно не Илья. Я Олег. А нет, я Витя. Тезка. Короче, я говорю про то, что нам надо сейчас определиться, кто инструктор, я или вы? Какие львы? Какие львы? Вы только что-то сказали про львов. Я не могу говорить ничего про Львов, потому что я во Львове никогда не был. Меня баки не забивай. Хорошо. Хорошо. Что? Кто из нас инструктор? А, я знаю, как определить. Смотри, у инструктора должны быть права. Так. Вот у тебя есть права? Конституционные? Водительские права. Сейчас поищу, секунду. Давай. Ну что? Что? Права есть? Не знаю. А что ты руки туда засунул? Ну так теплее просто. Начинается. Сейчас я у себя посмотрю. Сейчас. Ну что? Так реально теплее. Ну вот. Ты, может, давай я тебе просто денег дам, и мы разъедемся, а? Вы с ума сошли, а вдруг вы инструктор? Блин, точно. Ну что, ну тогда поехали, а что делать? Как поехали? Я спрашиваю, кто за рулем? Ну ты с той стороны иди за руль, ты туда. Сейчас сядем, там разберемся. Значит, первое правило – настройка зеркал. Вы у меня самые красивые, самые чистые мои молодцы. Мы с вами преодолеем все невзгоды и пригоды. Молодцы. Ты ничего не забыл?
Забыл. Я не помню, что. Что надо сделать с ближним светом? Точно. Надо что-то сделать со светом. Да. Что надо делать с ближним? Возлюбить. Восключить. А, восключить, точно. Да. Да, пожалуйста. Ну и что ты сделал? Что? Ну ты дальний свет включил. Зачем? Не включал я дальний. А что я вдали все вижу? Потому что белый день на дворе. О, серьезно? Ничего себе. Ну что, едем? Нет, пока стоим. Ну, если пока стоим, я тогда погоняю вас по теории. Пожалуйста. Значит, очень тяжелый вопрос. Если один водитель едет по главной, сворачивает на второстепенную, по второстепенной едет второй водитель, только он должен уступить дорогу. Откуда я знаю? Пусть они сами разбираются. Зачем вы меня в их разборки втягиваете? Логично. Второй вопрос. Что такое помеха справа? А когда что-то мешает так справа. Да, мешает. Следующий вопрос. Если вы едете по главной, а я дома. Надо за вами заехать. Без 15:08. Хорошо. Так, что делать, если вы подрезали водителя? Вытереть нож и избавиться от орудия преступления, утопив его в Днепре. А мне нравится ваше вот это нестандартное мышление. Что означает, когда полицейский поднимает руку вверх? То, что он воевал на стороне немцев. Неправильно. Конечно, неправильно. Скотина, падла такая. Предатель, ненавижу! Тихо, тихо, ну и что ты? Водитель должен быть всегда спокоен. Следующий вопрос. Что означает знак, на котором нарисована корова? Знак, на котором нарисована корова, означает корова. Правильно. А на котором самолет, удивите меня. Корова уже была. К сожалению. Знак, на котором нарисован самолет, означает самолет. А сложный вопрос. Знак вот просто треугольничек пустой. Коровы нет? Mm-mm. Самолета тоже нет? Mm-mm. Тогда этот знак означает, корова улетела на самолете. Молодец. Так, все, с теорией разобрались, переходим к практике. Давайте. Поехали, заводите машину, поехали. Тихо, ничего не трогай. Что такое? Подожди, я не понял, а что это, руль у тебя, а педали у меня? Может, машина рассчитывала на таких два водителя? Один без руки и второй без ноги. Да? Ну, давай, а не, у меня педали есть. Так если у тебя есть педали и руль, у меня педали. Где мой руль? Я не знаю, в бардачке посмотри. У меня нету руля в бардачке. Постави в своем бардачке. У меня нету бардачка. Ну под рулем посмотри, ездишь, вот он. Что ты сигналишь? Тебе что, делать нечего, а сигналить он? Я спрошу, что ты сигналишь? Сейчас я выйду в лоб дам, ты! Тихо, уже не кипишу, я сейчас сам разберусь. Ты пока бардачок найди, я с ними поговорю сам. Что ты сигналишь, а? Сейчас мы в бардачке руль найдем, и я тебя... Не понял. А он что, уже уехал? Кто уехал? Ученик. Какой? А, господи! Ты зачем так быстро ездишь? У тебя что, прав нет? Лупится он на меня. Стой, подожди. Ладно. Поехали.
заводи машину. Как я ее заведу, у меня ключа нет. А фантазия у тебя есть? Есть у тебя фантазия? Вот так. Теперь сам. Молодец. Высокие обороты, на вторую переходи. Молодец. Сильно не гони, тут менты, вон менты, менты, полиция, полиция. Все, проехали. Тихо, тихо, тихо. Ты за дорогой следишь, чтобы все было нормально. А что мы заглохли? Губы устали. А. Ну, хорошо. Стоим. Может, пока стоим по 50, баба? О, точно. Это хорошая идейка. Кстати, а тебе же нельзя, ты же за рулем. Это нечестно. Давай тогда так, давай сейчас сначала я сёрбну. А то мы поменяемся. И сёрбнешь ты. Вкусно. Понял, поехали. Тихо. Стоять. Подожди, а где у тебя подушка безопасности? Зачем? Мне надо безопасно поспать. Блин. Тихо. Жена. Тихо, жена, жена, тихо. Алло? Да, ласточка. Да, Викусик, хорошо все, да. Да, хорошо, да. Да, на экзамене, да. В смысле, как сдал? Я должен, да? Должен был я сдавать, да? Ага. Я тебе перезвоню. Во всяком случае, мы как бы определились, кто из нас инструктор. Вот. Скажите, пожалуйста, у меня есть еще шанс сдать еще на права сегодня? Я строгий инструктор. То есть нет, да? Нет. Надо через год, да? Да. Тоже 1 января. Да. Я так 7 лет сдаю, я не могу сдать. Мне все равно. Не уезжайте. Куда вы едете постоянно? Вечерний портал. Спасибо, Светлана. Вы можете быть свободны. Ой, никого. Ой, ноги затекли. Слушай, ну работенка, я втюс обратно, братан, хочу. Да ладно тебе. Где ты еще такие бабки заработаешь? Тем более у тебя уже голос получается, а не как раньше. Ребята, всем привет! Объявляю частичную мобилизацию! Очень смешно. А это ты специально придумал? Ну, якобы у него правая рука не работает, чтоб тебе не работать. Слушай, ну с Кабаевым же ночью вчера классная идея была. Его голосом сказал, типа, чтоб глаза она закрыла. Дальше мы с тобой без него справились. Помнишь, на предыдущей работе? Ты, значит, Хрюшей управлял. Ну? Я Филей. А теперь мы объединились и управляем чем? Свина-собака. Ладно, нам, на самом деле, очень повезло с тобой. Очень сильно повезло, что он весь ботоксом обколот. Хотя бы форму держит. А когда, кстати, об стол головой бьется, вообще не слышно. Да. Слушай, я давно хотел спросить, а как он умер вообще? Песков рассказывал. Говорит, заходит он в кабинет, а этот на полу обоссан лежит. Ну, а через 2 дня помер. Какой позор. А чё позор? Он же всегда мечтал на Сталина быть похож. Слушай, а обоссанный в смысле сам или... Навряд ли. Песков же не первый в кабинет заходил.
Владимир Владимирович, к вам Шойгу. Работаем. Руку опусти. Не могу, нитки запутались. Да блин, я помогу, давай. Заезжаю, Владимир Владимирович. О, все-таки вернулись к старому приветствию. Отлично. Блин, дело что-нибудь. Давай, помогай. Вызывали? Да, Сергей Кужугетович, вы разобрались, почему провалились испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»? Так точно. Я даже для наглядности макет боеголовки прихватил. Короче, «Сармат» летел, летел, «Сарматушка» летел, хорошо летел, Владимир Владимирович. И если бы под ним был такой гигантский человек, как я, то он летел бы и дальше. А так... И что нам делать? Гигантских людей, Владимир Владимирович. Вы уверены? Так точно, уверен. Но только людей с двумя руками, как у меня. А не как у тех, которые после СВО. Ну, раз уверены, тогда идите и приступайте. Слушаюсь. А, и еще. Владимир Владимирович, хотел сказать, вы бы кабинетик проветрили, а то тут такое ощущение, что кто-то сдох. Все, все, не мешаю. Пока. Ё-моё, мы когда-нибудь точно спалимся? Да по-любому спалимся. Но главное, Шойгу, на рыбалку не ездить. А то будет, как в прошлом году. Только в воду зашли, у этого уже килограмм раков на ногах. Такие раки вылезли. А, помнишь, как в Рязани детский садик открывали? Мы от этих хост так мощно отмахивались руками, что Путиным пол садика отмахали. Бедные дети. Слушай, может, пока никого нет, по пивку? Идея, братан, делается. Держи. Я бутылочку. Сигаретка есть? Ну. Вот, работенка, конечно. Знаешь, ну лучше уже с ним, чем с Медведевым работать. А что? Этим хотя бы просто управлять надо. А затем еще блевотину вытирать. Да. За водкой бегать. Слушай, а я мечтаю, чтобы Лукашенко крякнул. Я бы тогда к нему попросился работать. Ну а что? Что с похмелья? Что бухой? Сидишь, несешь, что попало. Главное, чекать не забывать. Тоже верно, тоже. Да. А можешь просто... А, да. Не, Лукашенко меня в прошлый раз поразил, когда приезжал. А что? Это ж как чуваку нужны бабки, что он даже у мертвого поднять смог. О, прикол, хочешь? Давай. Президент России танцует макарену. Да ладно. Да, я готовился. Оп. Третий трек. Вруби. Грандиозная работа, коллега, грандиозная. Да, неплохо. Слушай, я... Класс. Не... О, пивко наружу просится. Давай сходим, потому что... По-нормальному. Я тоже задолбался его чемоданы наполнять. Пойдем. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, дорогой. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Отдыхает. Владимир Владимирович. Что с вами, Дон? Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, Дон. Владимир Владимирович, вы город на какой? Ой, шайтан, Дон. Владимир Владимирович.
Владимир Владимирович, дорогой, что ты делаешь? Ай-яй-яй-яй-яй, что ты, дорогой, тогда что же теперь будет, Владимир? Владимирович, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, Лабутины, Владимир Владимирович, так, что еще, ага, где у него этот ядерный чемоданчик, а вот он. Да он. Не, ну это точно не ядерная кнопка. А вот она, эта красная кнопка. Красная, как моя красивая. А, значит, я тогда понял. А, ну, все на плечо, на друг друга. Соленькая ты или что? Да что произошло опять? Эй, что? Опять Кадыров заходил. Задолбал уже, каждый раз одно и то же. Спади, фу. Фу, уже подванивает, честно говоря, а? Да. Но надо что-то делать. Слушай, если честно, я уже сам задолбался. Когда это все закончится уже? Ну, давай прикинем, ну, что, день-два капитуляция, mm-hmm. потом Гаагский суд, и уже там мы с тобой должны из кожи вон лезть, чтобы ему в этот же день вышку дали и расстреляли. Долго. Очень долго. Согласен. Слушай, есть идея? Значит так, сажай его ровно, включаем камеру, и записываем видеообращение к народу. Давай. Последнее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к народу. На улице весна, в бункере темно. Смотрю на бетон через железное окно. Присел на чемодан, дуюсь, ботокс натянут. Момент философский, пронесло всю жизнь перед глазами. Помню, переехал в Москву из Питера. Карьера стремительно в гору пошла. Прошел путь от очень мелкого пи***ера до, прямо скажем, большого х***а. Нагнул Чечню, отжал часть Грузии. В Сирии тоже мутнул канитель. Ну, типа князя Дмитрия Донского, собиратель исконно русских земель. А как-то в день поминальный Ленина навестил. А он мне: возьми и шепни, Володя, ты ж про Украину забыл. Ну как тут не поверить создателю украинской нации? Ладно, Ильич, отдыхай, я на 3 дня на спецоперацию. Купил у Адольфа франшизу, напал в 4 утра. Естественно, без объявления, ну так что без спойлера. И вот уже ровно 3 дня с момента, как вот уже ровно год, вторая армия мира у 30-й за Шойгу берет. Погибло почти 200 тысяч, призвали еще 300. В общем, идет все по плану, как в пословице про тракториста. Был Владимир Владимирович, а сейчас и сказать неловко. Весь мир меня называет Вовка Боеголовка. Хотел расширить империю от Сахалина и Покарпаты, а получилось сузить промежность и сильно расширить НАТО. Армии нашей нет равных, и аналогов нет оружия. Кончается, правда, быстрее, чем зэки у Жеки Пригожина. На красной кнопке лет 20 сижу, изображая героя. Так что боялись, не скажу, но мне помогает от геморроя. Вот сижу и понять не могу на чемодане наполненном, как, сука, случилось, что комик стал лидером, а лидер стал клоуном. Лежат на рабочем столе в Кремле билеты на сольник Кобзона. Править нет мочи, осталась моча только на царских кальсонах. Ну ладно, хотите, давайте умру, чем это вам поможет? Ведь не зря говорят, то, что мертво, умереть не может. Так, Егор, ну что, кому из родственников будем звонить? Да не надо никому звонить, я прошу вас, ну пожалуйста. Как не надо? Надо сообщить, что ты попал в плен. Они ж переживают там за тебя. Да кто там за меня переживает? Они там все конченые такие, вообще им всем пофиг на меня. Пожалуйста, давайте не будем звонить там никому, прошу вас. Даже матери до вас нет дела? Да конечно нету, ну чего. А зачем она тогда вас родила? Во-первых, это пособие на ребенка. Во-вторых, бесплатная еда. У самой себя можно полгода сиську сосать, когда кушать хочется. Пожалуйста, не надо никому звонить, я прошу вас, ну пожалуйста. Слушайте, но мы обязаны кому-то сообщить.
Давайте жене позвоним тогда. Вот. Как зовут? Натаха. Хорошо. Алло, Наталья? Да. Добрый день. Кто вам сказал, что он добрый? Ну так люди обычно здороваются. Добрый день. А кто вам сказал, что так люди обычно здороваются? Ладно, это не важно. У нас в плену ваш муж. Ваш муж? Нет, ваш муж, Егор. А кто вам сказал, что он мой муж? Ваш муж сказал, что он ваш муж. Егор? Да, вы можете ему что-то сейчас сказать, он возле меня сидит. Кто вам сказал, что он сейчас рядом с вами сидит? Я вас ставлю в известность. А кто вам сказал, что я хочу стоять в известности? Тем более сейчас. Наталья, вы можете каждый раз не говорить, кто вам сказал? Так будет проще. Могу. А кто вам сказал, что так будет проще? Короче, вы хотите с ним пообщаться? Я? Да. С ним? Да. Пообщаться? Да. Нет. Как? Вы не хотите с ним поговорить? А кто вам сказал, что не хочу? Ну вы это только что сказали. Кто вам сказал, что это я только что сказала? Ты, Наталья, вы издеваетесь? Нет, я одета. Так, до свидания. Теперь поняли, что не хотел ей звонить? Действительно понял. Ладно, отец есть? Есть. Как зовут? Гордей Гордеевич. Гордей, ему Гордей. Не надо звонить, пожалуйста. Да, нет, мне уже интересно. Алло. А кто вам сказал, что алло? Понятно, Гордей Гордеевич, до свидания. Идиотич. Ну, батя, ну, что, вообще ничего хорошего для тебя не сделал? Да он постоянно в детстве, каждый раз бил меня, каждый день. А ведь он с нами даже не жил. Просто приходил каждый день, чтобы меня просто бить. И вообще ничего хорошего не сделал? Не, ну что, ну... В гараж меня каждые выходные брал. Им там с мужиками бухать было не на чем. У меня же спина ровная тогда была очень, как бы... Так, кому еще будем звонить, ну? Давайте мамке позвоним, не знаю. Надеюсь, хоть мамка у тебя в адеквате? Не, мамка в Сыктывкаре. Как зовут? Тамара Егоровна. Хорошо. Алло, что? Тамара Егоровна. Что, Тамара Егоровна? Ну вы, Тамара Егоровна. Тамара Егоровна, а что? Ваш сын у нас в плену. Что мой сын сейчас в плену? Находится у нас. А, ну как у вас находится, пусть к нам приходит ходить. У нас тут есть где находиться. Может, вы хотите ему что-то сказать? Что сказать? Ну что-то, что хотите. Что-то хочу. Ну так скажите. Пирожное. Я имел в виду, чтобы вы сыну сказали. А он сейчас с вами? Да. Да, мам, я здесь. Мамуль, я здесь. Сынок, привет. Да. Хочу пирожное. Мам, я в плену, ты слышишь? Какое пирожное? А какие у вас там есть? Так, все, ложите трубочку, пожалуйста. Подожди, подожди, сынок! Да, сынок! Да, что, мам? Ты сказал трубочку, а с чем трубочки? Со сгущенкой? Отвечайте. Так, кому еще звонить будем, а? Ну подумай, может, брату или племяннику? Да не, со мной ни брат, ни племянник не разговаривает. Почему? Потому что племянник узнал, что я его батя. Вот оно так, да? С кем ты чаще всего общаешься вообще? С кем? Ну, с кумом. Вот, его наберем. Как кума зовут? Кум. Ну, имя у кума есть? Кстати, может быть. Я просто его всегда кум называю. Кум, куманек, кумец, кумелла, кумыс, каракум, куркума. А, нет, куркума — это кума. Каракум. Хорошо, в телефоне как он у тебя записан? Валера. Валера, кум. Понятно.
Алло, это кум Валера? Ну, кум, и чё? Ваш кум Егор сейчас в плену. Ну, в плену, и чё? Я подумал, может, вы хотите с ним поговорить? Ну, хочу, и чё? Ну, пожалуйста, он вас слышит. Ну, слышит, и чё? Ну, договорите. Ну, а говорить-то чё? Кум, это я, кум. Ну, и я, кум, и чё? Чё ты там? Да вроде ничего, ты чё? Я в плену. Да ты чё, а чё? Узнался, чё? И чё? Да ничего. Да как ничего, если чё? Сдался-то чё? Ну ранили в плечо. И чё? Чё-чё, бинт через плечо. Ну тебе там в плену хоть жрать-то дают, чё? Ну сегодня ел харчо. Ну ничего. А на второе чё? На второе карпаччо. Чё-чё? Карпаччо. А это чё? Неважно, ничего. Так и звонил-то чё? Ну рассказать как, да чё? Ага, так я не понял ничего. Ну ты звони, если чё. Содержательная беседа. И... коротко, лаконично, все по фактам. Так, кому еще будем звонить, а? Кто у тебя сейчас телефонные книги? Это... Ну вот, сестра же есть, вот, сестра. Не-не-не, ей точно не надо, я после развода с ней не разговариваю. Ну, в смысле, после того, как она с мужем развелась? Не, после того, как она со мной развелась, я с ней не разговариваю. Понимаете, у нас как бы городок маленький, а я жених завидный, То есть у вас это нормально? Не, ну если батя с мамкой так сделали, нам-то чё? Так, давай. Крёстный! Вот, крёстный! Не, это вообще тварь редкая. Он меня когда крестил, после перепоя был. Всю воду из тазика выпил, меня потом просто под этой жестяной чашей поелозил, и всё. Не надо ему звонить. Ладно, вот это вот, Фёдор, откосить от армии. Это кидало, удалить этот номер вообще нафиг. Слушай, я не собираюсь всю твою телефонную книгу пересматривать. Скажи, кому можно набрать? Да бабка только осталась. Ну ей точно звонить не надо. Да. Она вообще там старая. Мы вообще ее всей семьей не понимаем. Вообще что-то мелит такое непонятное. Ты же, давайте не будем ей звонить. Да почему? Уже. Давайте попробуем все же. Так. Алло. Алло, здравствуйте. Доброго дня. А кто це? Ви розмовляєте українською? Так, звичайно. А якою ж ще мовою я повинна в Херсоні спілкуватись, а? Ну що це на грип? Ще непонятно нічого. Зараз розберемося. Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатися? Пані Стефанія. Пані Стефанія. Пані Стефанія, ваш онук Єгор під Ізюмом потрапив в наш полон. Боже, яке кончене! Чо? Чо она мелит там? Непонятно ничего. Говорит, гордится тобой. А. Може, ви йому щось хочете сказати? Та що йому казати? Я вже стільки років йому талдичу, вивчаю українську мову. Чо вона говорить там, не понял? Говорить, щоб ти учив український. Та нахрена воно мені надо вообще? Боже, яке кончене! Чуєш, синку, а як тебе звати? Вова. О, тоді я хотіла б сказати Вова, їбать їх, блядь! А я тобі буду помогати. Так о чем договорились-то? Что я тебе скажу, Егор Гордеевич? Поздравляю. Все-таки один нормальный родственник у тебя есть. Есть, да? Да. И мой тебе совет. Начинай учить украинскую мову, потому что даже в Сыктывкаре она тебе пригодится. Все, пакуйте его. Так а что делать-то?